Общепризнанный факт, что собаки очень привязываются к своему хозяину, и когда он умирает, это очень сильно сказывается и на собаке. Наша сегодняшняя история рассказывает о настоящей дружбе между собакой и женщиной и об удивительной преданности собаки своей хозяйке. История произошла в Бразилии. Сельма Мария была очень веселой и милой женщиной. Она старалась помочь всем, кто в этом нуждается. Своего единственного сына она учила любить всех животных и отвечать за свои поступки. Однажды она наткнулась на маленького щенка, мимо которого не смогла пройти. Она взяла собаку домой и назвала ее Беллина. С того момента они были неразлучны. Сельма Мария проводила с собакой все свое свободное время. Они везде ходили вместе и были очень привязаны друг к другу. Так прошло 4 года. Однако, иногда жизнь бывает несправедлива даже к тем, кто этого не заслуживает. На очередном приеме у врача Сельме Марии был поставлен страшный диагноз – рак последней стадии. Она начала борьбу за свою жизнь в окружении своей семьи – матери, сына и верной Беллины. Даже когда она уже не могла вставать с постели, Беллина преданно лежала у ее ног и делала все возможное, чтобы поддержать Сельму Марию. Собака скрасила последние дни женщины, и вскоре она скончалась. В день похорон собаку решили запереть дома, чтобы она не путалась под ногами. Но Беллина отчаянно скулила, а потом выбежала из дома, словно понимая, что ей нужно попрощаться с хозяйкой, будто зная, что она ее больше никогда не увидит. Тогда сын женщины повел собаку к гробу. Беллина медленно подошла к гробу, в котором лежало тело ее хозяйки, и стала нюхать воздух. Казалось, она осмысливает случившееся, и в ее глазах появились слезы, когда она поняла, что они больше никогда не увидятся. После долгого прощания сын женщины отвел собаку обратно домой. Спустя несколько недель после похорон Беллина потеряла всякую мотивацию к жизни. Она очень мало ела, все чаще отказывалась от еды и воды. И вот, наконец, в день памяти сын женщины решил взять Беллину с собой на кладбище, чтобы дать собаке возможность побыть немного у могилы. Он был очень удивлен, когда собака выскочила из машины и направилась прямо к нужному месту захоронения. Она впервые была на кладбище, но точно знала, куда идти. Беллина долго сидела у могилы, не двигаясь, вместе с сыном женщины. После этого они сблизились и стали проводить больше времени вместе. Казалось, что собака приняла своего нового хозяина, но ни на секунду не забывала свою бывшую любимую хозяйку. Друзья, будьте добры и ответственны по отношению к тем, кого вы приручили. Они любят нас так беззаветно и преданно, как только это возможно. Нет в мире более верного и преданного существа, чем собака. Помните об этом и будьте счастливы. Если вам понравилась эта трогательная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!